Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это очередной выпуск по MyClub. Приятного вам просмотра. Ну что же, первый мячик на сегодня – это снова премиум-агент. Опять сейчас выпадет нам какое-нибудь серебро, но это как обычно, нам не привыкать. Так, ну нет, это золотой мячик, отправимся, я не понял, это китайская какая-то лига, да, это Паулиньо. 82-й рейтинг. Ну, хоть что-то. Колар еще и Баррера. Ну что же, теперь давайте откроем Selection Bavaria. У них 100% это черный мячик. Я бы хотел, естественно, Левандовского поймать. Но здесь вот такие вот еще футболисты есть. Поэтому, мне кажется, Левандовского будет просто замечательно отсюда выловить. Поэтому с первой попытки мы должны его поймать. Естественно, отправляемся мы с вами в Германию. Другой мир вот это. Все дела. Черный мячик. Это не Левандовский уже. Это Мюллер, наверное, какой-нибудь. Или Гнабри. Гнабри. Ну что же, Серж Гнабри тоже неплохо. Не знаю, попадет ли он в старт. Ну там Месси справа, но на скамейку запасных может, кстати, залететь. Хотя там Бекхэм. Ну что ж, сейчас мы откроем вот такой вот интересный пак. Серия А. Клуб Старс. Ну что ж, посмотрим, кто нам здесь может выпасть. Три игрока нам выпадают. Ну, естественно, Криштиану Роналдо. Я так понимаю, здесь только из чемпионата Италии. Ну, в любом случае, давайте попробуем, может, достанем Криштиану Роналдо. В любом случае, мне кажется, все игроки здесь пойдут к нам на улучшение. Итак, естественно, отправляемся мы с вами в Италию. Черный мячик хотелось бы видеть сразу. Итак, это черный мячик, левая нога, Италия. Что-то Ачерби. Ачерби, Асерби, кому как угодно, 85-й рейтинг центрального защитника. Ну, а там, наверное, Глик и Яяло. Ну, пойдет. Итак, нам снова дают премиум агента. Давайте откроем. Будем надеяться, что в любом случае какой-нибудь интересный, но золотой хотя бы игрок нам выпадет. На черного уже вряд ли мы будем рассчитывать, но все-таки интересно в любом случае. Мы отправимся с вами в чемпионат Англии. Посмотрим. Серебро, поэтому сразу скипаем. Это Хадсон Адои. Ну, так-то он неплох, конечно. Но не в Pro Evolution Soccer уж точно, да и не в нашей команде. Еще Вальдес и это босс с нами. Ну что ж, снова нам дали премиум агента. Давайте посмотрим, кто нам оттуда выпадет. Ну что же, мы с вами отправляемся в теплую Испанию. Надеюсь, хотя бы золотой мячик. Нет, естественно, нам выпадает серебро. И это Капа, правый защитник из Атлетико Бильбао. Ну что ж, кто еще здесь у нас? Давид Лопес и Тиоп. Вот этого первый раз футболиста вижу. Ну что же, стал доступен вот такой вот интересный набор, клуб Старс, из Европы именно. Вот такие вот у нас есть здесь футболисты. Неймар, Мбаппе, ну мне кажется, вот отсюда бы я только хотел бы Мбаппе. Вот, мне понравилось, когда он у нас был арендованный, поэтому сейчас у нас будет две попытки выловить его оттуда. Поэтому давайте посмотрим. Все-таки здесь какая-то да и есть вероятность, что все-таки здесь и золотой может выпасть, даже больше, чем вот в премиум этих агентах. Но мы отправим снова, кстати, в Испанию. Давайте надеяться на золотой мячик хотя бы. Да, это золотой. И это у нас из Севильи, кстати. И это у нас Диего Карлос, да, центральный защитник. Ну, немножечко не повезло. Вильена еще из Краснодара. И Мартин, он же сейчас в Краснодаре или где? Да, вот в Краснодаре. Ну и последняя попытка выловить Кильяна Мбаппе. Надеюсь, все-таки верю в то, что у нас это получится. Ну давайте во Францию. Нет. Мы отправимся, кстати, в Италию. А, это Португалия, извиняюсь. В Португалию, ну это серебро, это вообще. Серджо Оливейра. Очень плохой на самом деле мячик. Гуираси и Балерди. Ну вот такие вот футболисты. Ну что же, нам дали легенду из Баварии, как нам написали, 80% это черный мячик. Давайте посмотрим, кто отсюда может выпасть. Оливер Кан самый лучший, да? Я не знаю. Если Кан только выпадет, наверное, он у нас в состав залетит. Ну, может быть, Бекенбауэр. Все. Остальные, мне кажется, ну, у нас все пойдут на прокачку наших игроков. Поэтому давайте посмотрим.
Итак, естественно, мы отправляемся там в Германию, это в другой мир. Итак, естественно, кто бы еще бы нам мог выпасть? Лизаразу. Я такого футболиста даже и не знал. Самый низкорейтинговый игрок. Золотая икона нам выпадает. Сразу же он у нас попадет в преобразование. Ну, самая худшая икона, мне кажется. Итак, нам снова дали премиум агента. Три футболиста, как вы уже знаете. Ну и сейчас, скорее всего, выпадет снова серебро. Но посмотрим, в любом случае, это интересно. Либо золото, либо черный мяч. Так, отправляемся мы, я так понимаю, в Бразилию. Ну и это серебро, можно сразу скипать. И это у нас Жеуванью. Глянем, кто еще нам выпал. Амаду и Дмитрий Полос. Ну что же, появилась клуб Selection Барселона. Здесь 87,5% на то, что выпадет черный мячик. Я хочу отсюда попробовать все-таки достать Лионеля Месси. Почему бы и нет, уже может быть он у нас каким-то третьим, либо четвертым за PES 2021. Поэтому давайте посмотрим, вдруг нам выпадет. Один здесь игрок выпадает. Ну посмотрим, в любом случае это интересно. Ну, если будет черный, уже замечательно. Так, ну это черный, это левая нога. И это Лионель Месси. Серьезно? Да. Лионель Месси нам выпадает уже в третий раз. Ну супер. То есть сейчас мы вкачаем его в самого же себя. Ну супер. Замечательно. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. We'll be right back.